Всем привет, ребята! Зашел я, значит, посмотреть, что это за новая игра God Simulator. Ну, то есть, Божий Симулятор 2. И, как вы видите, похоже, что это та же тема, что и с качками и с жиробасами. Сейчас мы будем набирать массу. Вы только посмотрите, какой я тощий. Я вроде бы как ангел. Я должен спасать людей. И вообще, я божественное существо. У меня есть крылья. Ну, нимба над головой разве что нету. Но почему я такой дрищ? Ладно, будем разбираться. X2 тренинг. Здесь дьявол. Здесь ангел. Ну, ангелом его сложно назвать, потому что у него рот и глаза какие-то демонические. А здесь у нас дьявол и розовый какой-то демон вместе с дьяволом. А, смотрите, здесь написано, кто это. Ниюки. Ниюки. Словно я японский аниме сейчас посмотрел. Ниюки. И, кстати, несмотря на то, что здесь дьявол и демоненок этот, у них тоже над головой есть нимбы. Ну что ж, пойдемте посмотрим, что у нас там внутри этого храма. Кстати, у нас есть еще три какие-то комбинации клавиш. Ну-кась. На первую я включаю каратиста Кия. На вторую у нас... Оу, я могу летать? А, это медитация. Странная какая-то медитация, слушайте. О, ё-моё, как меня загнуло. Я похож на какую-то кочергу. Слушайте, ну я вроде как левитирую. И прыгаю буквой Г. Ладно, медитацию отрубаем. Посмотрим, что у нас на третью кнопку. Хо-хо-хо, какой-то метеорит в руках у меня. А, это я качаюсь при помощи этого метеорита. Нифига себе. А чё вот этот здоровяк делает? Почему он так странно руки держит? Чувак, ты бы так руки не держал. Может, ты сердечко пытаешься сделать? И вы посмотрите, где у него крылья. Они у него на голове. Словно как у Астерикса и Обеликса. У них шлемы, где по бокам крылышки были приделаны. Не понял. Вас убили? А кто меня убил? Я ж дружелюбный сосед. В принципе, здесь больше ничего нету. Здесь есть площадка начальная и вон тот вот храм, где мы только... И, в принципе, все. Ну что ж, давайте попробуем подкачаться... Нифига себе, вы посмотрите, какая она длинноногая. Я, конечно, видел здесь качков, но вот таких вот длиннющих, это на шпалу похоже. Я не видел. Давайте немного помедитируем. И возьмем в наши руки метеориты и начнем качаться. У нас даже одышка есть такая. Как будто мы зимой качаемся. Ух ты, нифига себе, вы смотрите, как мы быстро растем. Ты не в нашей весовой категории, ищи своих жиробасов. К нам не лезь. Хотя здесь точно не жиробасы, здесь качки. Вы посмотрите, какую он взял колонну. Он качается колонной. Может, ты ее где-то оторвал? Например, вот отсюда где-то. Не, ну это очень большая колонна, у тебя какая-то миниатюрная. Ух ты ж, нифига себе, это тот чувак, который сердечко делает. Чувак, кажись, тебя конкретно загнуло. Может, тебя покормили чем-то не тем, и у тебя желудок крутит. Продолжаем наш кач. Тут подбежали подписчики. Мы сейчас вместе прокачаемся. Вин Дизель нас прокачает. Это качок на прокачку. О, кажись, нас сейчас тут прям в охапочку возьмут и кучкой нас зажмут в своем кулаке. Да, там кого-то расплющили из подписчиков. Да прибудет с вами сила. Я иду к вам. Что у нас здесь в храме происходит? Непонятно. Пицца. Нужно пиццу. И чили. Здесь у нас надпись. А, это мы можем купить. Это, короче, усиление для прокачки, нам оно не нужно пока. Но как бы я вообще не планировал его брать. Это своего рода протеин. Мы протеин не потребляем, мы за ЗОЖ. Мы, короче, тут встали в сторонку и потихонечку качаемся. Кто-то пишет, что это наш культ. Только культ чего? Метеорита, что ли? Не, ну это... Знаете, но то, что мы находимся с вами на небесах и качаемся каким-то метеоритом, мне кажется, что ангелы, они какие-то нищеброды. У них все, что находится под рукой, тем они и качаются. Словно у них нет нормальных спортзалов или фитнес-клубов. О-о-о, одного качка, смотрите, как штырит. Его, кажется, тоже загнуло. Протеины перепил. Ну, в общем, я уже более-менее такую форму тела себе приобрел. Но, конечно, все равно я еще немножко дрищавый. Вы только посмотрите, сколько нас... Опачки, нифига себе, какой гигант! Это какой-то ангельский титан, который, наверное, защищает всю вот эту вот территорию.
Причем, нет, кажется, он не защищает, он, кажется, уничтожает всех здесь. Какой ты злой ангел. Ты принял сторону демона. О, кстати, я стал шпалой, вот посмотрите, какой длинный, высокий чувачок. Ребят, вы меня видите? Я сам себя не вижу. Кажется, меня облепили со всех сторон. Вы только посмотрите, что там происходит. Я там где-то в серединке, а я уже загнулся. И вообще, по-моему, на этом сервере только мои подписчики играют. Да, это, конечно, весело. Но я не могу заснять, как я качаюсь. А давайте-ка мы сбежим отсюда сейчас ненадолго. Сделаем вот так вот. Ресет. Обычки. Ребятки, извините, я сбежал. Так, надо сейчас быстренько куда-нибудь укрыться. Ух ты, какой жирный-то стал. Вы посмотрите. Крутяк. А крылышки-то у меня махонькие остались. Ладно, бежим, бежим, бежим. Интересно, найдут меня подписчики или нет? Хитруганы. Тоже ресетнулись, да? Ясно. Вы посмотрите. Посмотрите, оттуда какая толпа просто выбежала и ищет меня. Забавно. Да, кажется, у меня спрятаться не получится здесь. Где-нибудь в облаках, может быть, есть какая-то щель, где бы я мог проскочить куда-нибудь в другое измерение. Было бы неплохо. Воу, нифига себе ты летаешь. Вот ты скоростной, а. А, вы посмотрите. Там в облаках есть пропасть. То есть я добежал до конца облака. О, чувак, пока. Улетел. А ну-ка давайте тоже попробуем спрыгнуть. Ууу. Нифига себе, это реально огромное облако, на котором стоит храм, и все ангелы качаются. Еее, ребята, вы посмотрите, на кого я забрался. У меня это все-таки получилось сделать. Интересно, вон туда, на этого я смогу? Да, я и на этого могу забраться. Офигенно. А дальше не могу, а нет, могу. Крутяк. Все, я буду здесь тогда качаться. Где я, там и все подписчики. Ребята, мы покорили этого демона, мы все качаемся у него на голове, точнее, в его нимбе. Вы только посмотрите, как мы облепили этих демонов. А этот титан так вообще залез на плечо вот этого маленького дьяволенка. И, кстати, он больше, чем эти две статуи вместе взятые. Какой же он здоровый. О, посмотрите, кажется, у меня новый снаряд появился для прокачки. Ну, посмотрим, что это. Что это такое, я не могу понять, не вижу. Не вижу, ребят, не вижу. Ох ты, да я еще и огнем свечусь теперь. Офигеть. Ну-ка, пойдемте в темное помещение. Нифига себе, прикольно, как я огнем стал гореть. Огонь, огонище прям. Так, а кнопочка 4 у нас... А, нифига себе, оказывается, это колонна. Круто. Вы посмотрите, этот здоровый титан не может сюда пролезть, он очень огромный. Поэтому ему, наверное, придется разнести крышу или разнести этот проход, чтобы сюда залезть. Да, дружище... Все-таки рост имеет свое значение. Попробуем сейчас вот за этим облаком спрятаться. Посмотрим, получится ли у меня покачаться одному пока чуть-чуть. Достаем нашу колонну. И пошла жарень. Недолго покачавшись, у меня появился новый какой-то снаряд. Давайте посмотрим на него. По-моему, это такая же колонна. Еще одна колонна просто появилась. Ну да, и по названиям это одно и то же. Может быть, эта колонна просто потяжелее? Хотя я так не думаю. Кстати, подписчики меня все-таки быстро нашли. Да мне, по-моему, бессмысленно куда-либо скрываться, они меня в любом месте найдут. Кстати, странно, почему-то у Максима, который стоит справа от нас, очень огромная голова. Ну, обычно в таких играх наоборот, все тело очень огромное, а голова совсем малюсенькая. Ребят, короче, меня грохнули, я появился на стартовой позиции, и вы посмотрите, какой жирный. Я нифига не стройный качок, я какой-то жирный. И голова у меня маленькая. Почему в любой игре, где нужно качаться, я получаюсь каким-то жирным? Ну что, ребята, я накачал 222 силы. Ровно 222. Это волшебная цифра, вообще-то. Пойдемте попробуем забраться все-таки вон туда, на вершину этого храма. Я прям чувствую, что у меня получится туда забраться. Опачки. Запрыгиваем. Так, тихо. Как тяжело-то жирно прыгать. А, нет. Нет, мне нужно подрасти еще приличненько, так я могу вам сказать. Еще не слишком я высоко. Да, туда просто так не взобраться. Спасибо, дружище, что подсадил. Да, спасибо тому чуваку, который меня подсадил.
Теперь я могу сидеть на нимбе ангела и качаться. Просто шикардиатина, а? Ну что ж, продолжаем кач. Да, ребята, вот я докачался до 300. Силы 302 у меня уже, и никакого нового снаряда мне не дают. Это печально. Это очень печально. Я думал, тут, ну, может, будет какое-то развитие, а здесь просто... В плане каких-то новых гантелек, там, или еще что-нибудь больше... Больше колонна будет, или... Не знаю, там, деревья, наконец... Ой, меня завалили. Деревья, наконец, я смогу вырывать и при помощи них качаться как-то. Ну, в общем... Единственное, что у меня теперь из попы какие-то зеленые искры появились, и, в принципе, все. Раньше, помните, я был... Горящим каким-то. Огонь из меня исходил, а теперь из меня исходят вот такие вот искры зеленые. И вместо ушей у меня теперь крылья. Забавно это смотрится. Кстати, теперь я медитирую тоже так же, как и тот чувак. Я делаю сердечко. Ой-ой-ой-ой, вы посмотрите. Меня завалили. Вот еще раз завалили. Вы посмотрите, что творится-то. Меня, кажется, подписчики с ног сшибают. О, встал. Блин, ну и туша я, конечно, очень огроменный. Да, отличный вид. Титан, у тебя крутые кроссовки, слушай. А из этих кроссовок я там выглядываю. Со своим Абубас Ориджинал. Упс, кажется, меня там кто-то снес. Ну что, ребята. Смотрите, какой я теперь стал здоровый великан. А каким пришел сюда, подкачался. Слушайте, это похоже на школьный автобус, а я как раз... Да что это такое? Какая-то змейка. Реально школьный автобус. Я водила, который везет своих ангелов на учебу. Я знаю, куда мы едем. Мы едем на шашлычочки. Шашлычочки. Сейчас у нас будет пикник. Итак, я преодолел рубеж в 500 силы. Ничего новенького здесь так и не появилось. И думаю, что... Продолжать смысла нет, потому что ничего не появится, кроме как мы вырастем, станем очень огромными, поэтому начнем угар. Я написал вам, мои дорогие подписчики, что я закончил кач, и начинается угар. Простите меня за все. Кавабунга, калашмарим всех! Опа, за них вступился гигант, и он меня сейчас... Да. Гигант меня завалил. Иди сюда, громила. Мы сейчас с тобой еще разберемся. Опа. Битва гигантов, блин, целая. О, все меня атакуют, вы посмотрите. Подписчики против меня восстали. Ладно. Будем... Ой-ой-ой, кажись, зря я это сделал, ребят. Потому что один против них я точно не выстою. Бэкстап-апокалипсис начался. Смотрите, все подписчики кидаются на меня, как зомби. Блин, я битву забыл включить. Точнее, комбо. Воу-воу-воу, меня повалили. Конечно же, Рабаса легко повалить. Нижний брейк — это зло. Воу, нифига себе, я летаю. Чуваки, давайте, не расслабляйтесь. Блин, мелких, конечно, сложновато бить. Но зато, если я на них наступлю, они меня очень высоко подкидывают. Да вы посмотри, что они творят. Они просто меня сгибают напополам. Такого жирного чувака просто ломают. О, все, чуваки, я в домике, я спрятался. Не бейте меня. Да ладно, ладно. Надо прятаться от них. Опачки, куда я запрыгнул? Ну все, ребят, вам меня не достать. Не, конечно, можно достать. Еее, танцы, танцы. Летают чьи-то тела, чьи-то головы. А я тут потанцую, танцую. В общем, ребята, кому понравилось, не забываем подписываться, ставить лайки, оставлять свои комментарии. И увидимся с вами на новом видосике. Всем удачки, спасибо за просмотр и пока-пока.